Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Гульшат Губайдуллина. В Казанском федеральном университете состоялось традиционное заседание ученого совета. Оно началось с торжественной ноты. После прослушивания гимна вуза первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский, вручил награды работникам и учащимся Казанского университета, в том числе медаль за безупречный труд и отличие Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также награды от Министерства образования и науки Республики Татарстан, знаки отличия к званию «почетный наставник», нагрудный знак за заслуги в образовании, почетные грамоты и благодарности от Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Выдающимся студентам вручили дипломы лауреатов премии имени Камиля Ахметовича Валиева, дипломы победителей конкурса научных работ среди студентов университета, диплом о присуждении именной стипендии академиков Российской академии наук Роальда и Ринада Сагдиевых и диплом о присуждении стипендии имени Шауката Таиповича Хабибулина. В завершении церемониальной части весь состав ученого совета поздравил с днем рождения директора департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Юлию Виноградову. Далее Дмитрий Таюрский озвучил повестку дня. Были вынесены 7 основных вопросов и ряд дополнительных. Среди них выборы декана подготовительного факультета для иностранных учащихся, деканов высших школ и заведующих кафедрами, конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представление к присвоению ученых званий, выдачи дипломов доктора и кандидата наук в Казанском федеральном университете и традиционная рубрика «Разное». 27 мая с рабочим визитом Казанский федеральный университет посетила делегация провинции Ачех Республики Индонезия во главе с Вали Нангро Ачех Теунгку Маликом Махмудом Аль-Хайтаром. От лица Казанского федерального университета на встрече присутствовал президент вуза Рияс Минзарипов. В начале мероприятия по доброй традиции для гостей провели экскурсию по музею истории университета, погружая в процесс становления старейшего вуза России. Также показали Ленинскую аудиторию. Далее делегация переместилась в Зеленый зал, где Данис Нургалиев, проректор по направлению нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле, совместно с директором Института фундаментальной медицины и биологии Андреем Киясовым, рассказали о структуре работы вуза и поделились опытом активной деятельности университета. После состоялось торжественное подписание меморандумов о взаимопонимании между Казанским федеральным университетом, университетом Маликкусале и университетом Сиакуала. Завершился рабочий визит обмена подарками между сторонами, а также памятными фотографиями. В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась пресс-конференция, посвященная презентации новых образовательных программ Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета. Главным спикером выступил директор института Дмитрий Чикрин. Он рассказал об истории создания ИРСИ, о самых современных программах обучения, лабораториях и ряде профильных центров, занимающихся развитием компетенций в области создания робототехнических платформ, освоения бытовых и промышленных роботов, а также автоматизации транспортных средств различного назначения. Также в пресс-конференции в онлайн-формате приняли участие партнеры института, генеральный директор акционерного общества «Нейротренд» Наталья Галкина и заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени Ломоносова Александр Каплан. Они рассказали о совместных проектах с институтом и ответили на вопросы журналистов. Мы сейчас ведем прием, по сути, двум принципиально отличающимся профилям. По профилю программная инженерия, по этому профилю мы готовим программистов и разработчиков беспилотной техники, которые активно используют средства программирования, средства искусственного интеллекта. По ним необходимо хорошо сдавать информатику. Никаких сведений о робототехнике там знать изначально не нужно. То есть, если вы хорошо сдали информатику ЕГЭ, то идите туда. Второй большой профиль – это робототехника. У нас есть там сейчас, именно в этом году, о чем я говорил уже, профиль, который называется «Управление качеством». Там у нас 75 бюджетных мест. Там необходимо достаточно хорошо сдать физику, потому что основам робототехники, вот этому всему, мы учим как раз на первом-втором курсе.
Прошла ровно неделя с момента старта приемной кампании Казанского федерального университета. Хотя первая неделя работы, как правило, является технической, сотрудники вуза вели активную работу по приему заявлений от будущих студентов, а также проводили консультацию по существующим направлениям подготовки. На сегодняшний день в КФУ на бюджет подано более 5600 заявлений от абитуриентов Российской Федерации. Также активно подают заявления ребята из дальнего и ближнего зарубежья. Их насчитывается более 9000. Лидерами являются Институт международных отношений, истории и востоковедения, Институт управления экономики и финансов, Институт вычислительной математики и информационных технологий. Напомним, что подать документы можно на онлайн-платформе «Буду студентом», на портале госуслуги, а также придя лично во второе высотное здание Казанского федерального университета по адресу улица Кремлевская, 35. Относительно прошлых лет работа значительно улучшилась. По взаимодействию анкетные данные попадают практически моментально, как в нашу сторону, так и с нашей стороны, в сторону портала госуслуг. Ребята уже в личных кабинетах могут видеть процесс приема и рассмотрения их заявлений, то есть анкетных данных. В этом году есть небольшое нововведение со стороны портала госуслуг. Ребятам разрешено доводить заявление до статуса заявления, именно не держать его в статусе черновика, а именно вот прям нажать кнопку «Подать заявление» без реквизита документа об образовании. То есть ребята, пока еще не получив аттестаты, уже полноценно подают, выбирают направление и подают заявление на рассмотрение в ВУЗ. В Казанском федеральном университете стартовала международная конференция «Алгебра и математическая логика. Теория и приложение», которая направлена на развитие международного сотрудничества и получение новых знаний в общении с коллегами из других стран. О том, как прошла ежегодная конференция, смотрите прямо сейчас. 27 июня в главном здании Казанского федерального университета стартовала международная конференция «Алгебра и математическая логика. Теория и приложение». Она посвящена 130-летию со дня рождения основателя кафедры алгебры Казанского университета, члена-корреспондента Академии наук СССР Николая Чеботарева и 80-летию со дня рождения нынешнего заведующего кафедрой академика Академии наук Республики Татарстан Марата Арсланова. Основная задача, разумеется, это установление нового научно-образовательного сотрудничества как с другими научно-образовательными организациями, университетами других городов, регионов нашей страны, так и зарубежья. География конференции обширна. Поделиться своими исследованиями и обсудить вопросы теории приехали опытные специалисты не только из регионов России, но и из-за рубежа. Участие приняли ученые по таким направлениям, как алгебра Ли, теория колец, алгебраическая геометрия, математическая логика, теория вычислимости, алгебраические и логические методы в программировании, а также по другим близким разделам математики. Конференция славится своим широким спектром образовательной деятельности. В этом году доклады были поделены на 6 секций: теория вычислимости, теория групп, теория колец и модулей, теория моделей и универсальная алгебра, алгебраическая комбинаторика и математическая и прикладная логика. В рамках этих направлений участники выступали с тезисами, в которых делились своим опытом, а также результатами исследований. Здесь школа логики очень сильна, которая возглавляет Марат Мурзаевич Асланов. Ну, с ним мы сотрудничаем очень давно, еще с 2014 года. Там, в 2014 году мы сюда магистров наших позвали, 8 человек. Потом на каждой конференции, которая проходит по 5 лет, мы всегда участвуем в этой конференции. Казань – мой любимый город, потому что первая конференция, куда я поехал, еще будучи студентом, и делал свой первый научный доклад, это был Казанский университет. И вот тогда Марат Мирзаевич Арсланов руководил нашей секцией по математической логике. И вот с тех пор я с большим удовольствием приезжаю в Казань, в Казанский университет. У меня много друзей здесь. Отметим, что международная конференция будет проходить до 1 июля. В завершающий день для всех гостей столицы Татарстана уже традиционно проведут экскурсию в историческом городе Свияжске. Напомним, что организаторами конференции выступают Казанский федеральный университет совместно с научно-образовательным математическим центром Приволжского федерального округа. Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Тимур Ахметов, Универ Новости.
25 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялось торжественное мероприятие в преддверии празднования Дня молодежи. Лучшие из лучших были выбраны и награждены благодарственными письмами, сертификатами на реализацию проектов и почетными грамотами. Все они внесли и продолжают вносить большой вклад в деятельность и развитие нашей родной «Альма-Матер». День молодежи в Казанском федеральном отмечается ежегодно. Отрадно, что с каждым годом на мероприятии все больше тех, кто вносит большой вклад в деятельность и развитие нашей родной «Альма-Матер». На торжественном вечере традиционно присутствовали почетные гости. Многие из них выступили с поздравительной речью и отметили уникальность Казанского федерального университета, в том числе людей, работающих и учащихся в нем. Это большой праздник для нашей молодежи, и эта сфера деятельности в нашей стране на сегодняшний день набирает обороты. И правильно набирает обороты, потому что молодежь должна видеть своих наставников, своих преподавателей, если это спорт, своих тренеров, значит, если это учебный процесс, то, безусловно, конечно же, это весь профессорский преподавательский состав. Ну и мы тоже должны видеть наших студентов. На торжественном вечере подвели итоги деятельности Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания за 2023-2024 учебный год, который был полон большого количества ярких и насыщенных мероприятий, фестивалей и конкурсов, огромного количества побед и достижений в области молодежной политики. Без внимания не оставили никого. Активистов, волонтеров, спортсменов, руководителей творческих объединений, молодых специалистов вуза, преподавателей и кураторов. Большинство получили благодарственные письма, почетные грамоты, кубки и памятные подарки. У нас есть люди, которые неравнодушны к нашему университету, к студенчеству, к его истории. И они помогают нашим студентам оставить тот след в его истории, который еще будет помниться долгие годы. Поэтому большое внимание мы уделяем наставникам. Ведь это и кураторы, руководители студенческих объединений. Это и сами те студенты, которые уже становятся тоже так же наставниками. И все вместе. То есть если смотреть, наши студенты, кто-то стал победителем в каком-либо соревновании, кто-то стал, какой-то коллектив, допустим, «Смородина», они стали победителем Всероссийской студенческой весны. Но все вместе мы придерживаемся именно того, что мы лидеры молодежной политики как в нашей республике, так и одни из лидеров молодежной политики на уровне России. Мне очень нравится вообще быть тренером, работать с командой студенческой, потому что на твоих глазах люди меняются, люди достигают каких-то успехов, становятся мудрее, умнее, потом уходят. Мы со многими до сих пор поддерживаем связь. В общем, люди просто растут, меняются у тебя на глазах. Это очень круто. В 2024 году ректор Казанского федерального университета с целью развития проектной активности молодежи поддержал идею по созданию конкурса студенческих проектов. Ребята могли получить на реализацию своих инициатив до 100 тысяч рублей. Общая сумма грантовой поддержки в рамках конкурса «Инициативы поколения» составила 1 миллион рублей. Всего для участия в нем было подано 27 студенческих инициатив. Из них 14 команд получили сертификаты на реализацию своих проектов. Мы представляем собой проект по адаптации первокурсников. У нас, так как мы знаем, что у нас немножко сместились даты, мы хотим полностью погрузить первокурсников в новую среду университета, показать, что это будет, как это будет. Проведем для них экскурсии по нашему зданию, оно обширно, много лабораторий. Проведем экскурсии по истории КФУ и также вообще познакомимся с нашим студенческим активом, с нашим, в принципе, преподавательским составом. То есть это мероприятие, цикл мероприятий, который направлен на помощь студентам в адаптации в нашем новом университете. Наш проект «Творческий развивающий форум «Маяк», он создан для студентов с ограниченным возможность здоровья. Данный проект реализуется на базе Института филологии и межкультурной коммуникации вот уже третий год подряд. В этом году, благодаря тому, что вот Казанский федеральный университет нам предоставил возможность выиграть грант в размере 95 тысяч рублей, мы его будем реализовывать в рамках уже КФУ и надеемся на дальнейшее развитие нашего проекта. Мой проект называется «Школа актива молодой Юлбарс». В чем состоит сам проект? Каждый год очень много первокурсников приходит у нас в КФУ, и они не знают, чем заняться. Очень многие теряются в учебе, они не знают, чем взять свободное время. Именно поэтому мы хотим представить свою школу активов, в которой ребятам объясним, что вот у нас в университете есть такой замечательный студенческий спортивный клуб, как Казанский Юлбарс, что в нем можно быть активистом, что в нем можно участвовать.
Также на мероприятии озвучили топ-5 институтов в различных направлениях деятельности по итогам проведенного за год аудита. Прошедший учебный год запомнится ярким и насыщенным. В следующем нас ждут новые интересные мероприятия, новые достижения, новые вызовы, с которыми мы обязательно справимся, потому что мы большая семья. Мы и есть Казанский федеральный университет. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ-Новости. На этом все. В студии была Губайдуллина Гульшат. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!